Главное предложение только сегодняшнего дня и беспрецедентная ситуация. Статус, когда у нас с вами горячим пирожком являются брюки на летний сезон, мы представляем сегодня их только по самой сниженной цене 1299 рублей. Данные брюки выполнены на основе у нас с вами хлопка и классического формы бестселлера. Это высокая посадка, эластичная резинка, застроченная в несколько раз и, конечно же, функциональные карманы. Сегодня эти брюки я тоже примерил на себя, причем в самом актуальном белом цвете, ведь белый цвет по статусу всегда дамы забирают в первом. Очень нежное полотно, не просвечивает, поэтому смело даже выбираю я для себя. 60% хлопка в составе и свободный крой. А это все, что нужно нам для того, чтобы получить удовольствие в летний период. Напомню, цена ниже, чем положено. Ведь чаще всего наши брюки, которые имеют статус сезонных, продаются от 1700 рублей и выше. Сегодня они снижены по максимальной цене. Красивые оттенки. Белый цвет вы видели как раз-таки на мне. Мне кажется, он уже автоматически становится лидером. Также можно выбрать в палитре бренда Simona вот такой классический красный цвет и, например, соединить с футболкой Simona и сделать вот такой оттенок. То есть то с белым, то с красным. Футболка называется Diana. Хлопок и вискоза в составе. Нежный голубой оттенок у нас. Кстати, ветровка Маргарет в небесно-синем цвете будет хорошо комплектоваться именно с этим оттенком. Классический синий цвет призываю класть в корзину сразу, ведь цена сегодня ниже. Можно выбрать две пары брюк, ведь синий цвет очень хорошо будет потом перетекать куда? В осенний период. Также бежевый оттенок, если давно мечтали о классических настоящих оттенках кэмела. Забираем сегодня для себя. Ну и, конечно же, белый цвет, который нам, не напомню, белый цвет не просвечивает, поэтому смело забирайте для себя сегодня белый. От 48 до 60 данные брюки мы забираем, до 62 забираем размер в размер. Я для вас до эфира сделал замеры 52-54. Хочу сказать, что они не только соответствуют размеру, они даже слегка свободны. За счет того, что в состав также входит стрейчевое полотно, вам будет очень мягко и комфортно. У нас с вами резинка 5 сантиметров, высота посадки больше даже 80-85, то есть еще прибавлено по 2,5 сантиметра на каждую полочку передней зоны паха и зоны ягодиц. По внутренней стороне брюки 71 сантиметр до низа гачи, по боковой зоне 1 метр. Делаем вывод, что даже самые невысокие дамы не будут подрезать брюки, подкручивать или подворачивать, будут носить их просто в статичном состоянии отлично. Напомню немного про бренд. Бренд Simona, в котором во время перевода самого названия вы можете найти два слова. Siamo – море, и Mona – любовь. То есть любовь к морю. Данное предложение у нас с вами, точнее данный бренд, зародился в 2022 году. А вот уже к началу 2023 года сменил дизайнера. Алиса Серова превратила этот бренд в один из самых культовых брендов нашего телеканала. Этот бренд был первый, кто запустил пуховик в зимний период со своим принтом. Сегодня повторяет историю и будет первым, кто создал и выпустил футболки со своим принтом. Ну и, конечно же, бренд всегда поддерживает комфорт, удобство вашей стилистики. И давайте посмотрим с вами на тренды. Ведь у нас с вами сейчас, в летний период, самым главными оттенками являются природные состояния моря. Это песочный цвет, это небесно-голубой, это игра аквамарина, красного, кораллового цвета. Все, что так нам нравится именно в летний период. И, конечно же, солнышко. Поэтому бренд всегда работает в одной и той же цветовой гамме. Главным колором является что-то похожее даже на наш с вами флаг. Это синий-бело-красный цвет как главенствующий. Также подтоны голубого, оранжевого, кораллового и, конечно же, бежевого цвета. На экранах вы видите как раз-таки сейчас различные модификации. Вы можете выбрать темно-синие брюки и, например, футболку Diana с логотипом бренда. И можете эту же футболку сочетать с красными брюками и добавить ветровку Margaret, кстати, которая тоже от этого бренда. Белые брюки уже, конечно же, становятся лидерами, потому что это действительно у нас с вами актуально. Летом мы хотим такое носить. Они безумно, знаете, хорошо тянутся. И мне очень нравится, что такие чиносы часто бывают такие, знаете, как сахарные, стоят очень сильно колом. Здесь они мягкие. При этом, обратите внимание, они не просвечивают. Очень хорошо матируют. То есть я сейчас не зря вот так подтянул бедро, потому что я вчера как раз-таки занимался
накачиванием ног в спортзале. И вот этот рельеф, он должен сразу проявиться. Брюки, смотрите, делают ровный силуэт. Это говорит о чем? Что если у вас вдруг есть какие-то внутренние проявления целлюлита, неровности на зоне ягодиц, вы еще не особо готовы, или вы бы с удовольствием занимались спортом, но он противопоказан, например, по каким-то причинам, такие брюки скроют все, что вы не хотели бы показывать. Высокая посадка, напомню, 85 сантиметров, это просто кладезь для любой дамы, особенно если у вас акцентный животик, либо вы сейчас как раз-таки в положении. От 48 до 62 забирайте размер в размер. Бежевый цвет вы видите на экране, в 52 размере его демонстрирует вам Анна. 54-й, да, ты выбрала? Как и я. Вот на мне тоже 54-й, то есть я буду сегодня вам как примером, когда можно взять в несколько размеров больше, если ваши бедра, как и мои, 44-42. То есть резинку просто подтянете и все. То есть дамы, у которых размер не вписывается в размер, который работает бренд, да, то есть вы дама 46, вы можете забрать брюки. 52 размер вместо 50 на себе сегодня примеряет Ксения. То есть я бы рекомендовал брать как собственный размер, так же и на размер больше. А чиносы должны сидеть очень свободно. Это голубой оттенок, бежевый цвет в полоску ветровки Маргарет выбирает для себя Ксения и добавляет футболку Диана в голубом оттенке. Она представлена в белом, в красном, в голубом и бежевом цвете. Анна выбирает для себя базовую блузу, добавляет комплект Жаклин. Жаклин – это жакет, пояс и брюки. Но она брюки отставляет от него и добавляет сюда наши чиносы. Главное предложение дня – Хельга. И это очень правильно. Здесь лен и хлопок. Иногда хочется целиком тот лук носить, а иногда чем-то его разбавить. Поэтому мы берем костюм Жаклин за 2499 рублей, добавляем наши брюки за 1299 рублей, футболку Диана за 1299 рублей, авторскую футболку от бренда с его надписью, да еще и с красивым таким дизайном в виде канатов, мы получаем с вами уникальный гардероб и при этом бесплатную доставку. Поэтому давайте для себя сегодня выбирать. Вот она как раз-таки футболка. Смотрите, как Алиса придумала, да, в виде каната написать изображение самого бренда. Сиама море и моно любовь у нас с вами. Хлопок 70, 25% вискоз. Ну просто идеально, так засветил пупок. Брюки просто нежнейшие. Красный оттенок, голубой, синий, бежевый и белый цвет. Вот смотрите, белый цвет очень популярен для лета, а вот красный, синий, темно-синий, точнее бежевый, идеально подходит для интеграции в будущую осень. Поэтому положите синий или красный, синий и голубой, синий, бежевый и синий и белый. 1299 рублей. Это брюки Хельга, главное предложение дня.